Дуют ветры в феврале, воют трубы громко, змейкой мчится по земле белая поземка. Дорогие мужчины России и все, кто считает себя русским мужчиной, может, вы не в России, там где-то в другом регионе мира находитесь, неважно. Это наш российский русский праздник 23 февраля, советский, там русский, российский, в общем, День защитника Отечества. Ну, понятно, что он имеет военное значение, этот праздник. Понятно, что имеет такое вот военное происхождение. Но вообще-то каждый мужчина защитник своей семьи, близких там и так далее. Поэтому должен он себя держать в форме. Поэтому на этот праздник хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы меня слушались, чтобы держали себя в форме, чтобы ходили, чтобы занимались, там, подтягивались, отжимались, приседали, занимались гимнастикой для шеи, чтобы у вас кровоток мозга был хороший, чтобы вы были в форме, чтобы на вас смотрели все и на вас можно было положиться, а не то, чтобы вы могли, там, рассыпались там, на ходу от болезней. Вот. И я думаю, что от мужчины очень много зависит. Хоть в последнее время есть тенденция вот эта, вот женщина там, она там всему голова, там, не, женщина всему голова, мужчина тоже всему голова. Все, все всему голова. Мужчина должен за собой следить, быть физически сильным, здоровым и быть примером для своих всех домочадцев. Особенно для младших, у кого дети есть, там, у кого внуки есть, у кого правнуки, вот для них вы пример. Так что, вперед из песни. С 23 февраля, дорогие мои мужики. Все, дай Бог вам здоровья и всего наилучшего. Пока.